фишинг и Роман Бутузов. Всем привет! Сегодня расскажу про маховое удилище Коумик E-Extreme. Причем немножко затронем старую версию удочки, ну, чтобы вы понимали, как она выглядит. То есть вы увидите это в магазине, не только у нас. Это предыдущая версия, она снята с производства, но от этого хуже она не стала. Единственное, что сейчас в продаже далеко не все длинные есть. И новая версия E-Extreme в обновленном дизайне и немножко улучшенном материале. Линейка достаточно широкая, от 5 до 11 метров махалки есть. Вес приятно удивит, мне, например, очень приятно порадовала семерка, весит она 212 граммов, отличный результат. Мало какая фирма может похвастаться таким аппаратом. Пятерка весит 115, что тоже очень-очень легко. Ну, к примеру, десятка весит 0,5 кило. Для любителей ловли в проводку на канале не Москвы или на каких-то других таких сложных водоемах неплохо подойдет, рука не отвалится. Можно работать такой удочкой, потому что для десятки 500 граммов в разложенном состоянии это не критично. Есть удочки значительно тяжелее. Удочка оснащена полым хлыстом, но есть такая опция у нас в магазине, можно докупить, отдельно заказав предварительно спортивный хлыст, срощенный с монолитом, графитом. Полый хлыст он хоть и жестче, но в этом есть и минусы, и плюсы. При ловле на толстые поводки все здорово проходит. Достаточно той амортизации, которую он дает. Но при ловле на поводки, предположим, 2.08-0.12, я бы использовал спортивный хлыст кривитой. В идеале иметь просто оба хлыста и по мере надобности менять. На удочке, в принципе, на пятерке я бы сразу ставил хлыст тонкий. Он был бы более универсальный. Благодаря правильной балансировке удилища вес располагается ближе к комлевой части. Соответственно, работать с такой палкой значительно легче, чем с удочками, у которых центр тяжести находится где-то посередине. Оснастка ложится точно, и удочка является продолжением руки, что немаловажно на рыбалке. Ну, естественно, у нас в магазине все удочки можно разложить, потрясти, сравнить и выбрать оптимальный результат. Так что ждем вас у нас на Пролетарке и на нашей страничке ВКонтакте или Фейсбуке, где вы можете задать вопросы.